Крымская помологическая станция, это Севастопольское отделение Всесоюзного института растениеводства, обрела шанс на восстановление. Земельный участок площадью 217 гектаров с имущественным комплексом передан Никитскому ботаническому саду. Соответствующее распоряжение приняло правительство Севастополя. И выходом из процедуры банкротства данного государственного унитарного предприятия подготовлен проект о передаче объектов недвижимости и земельного участка площадью 217 гектар в районе Верхнесадового в федеральную собственность в целях закрепления этого имущества за Никитским ботаническим садом. Крымская помологическая станция – это крупный научно-сельскохозяйственный центр. Находится в районе реки Бельбек. На ее территории уникальная коллекция сортов деревьев, которые в мире нигде не дублируются. После развала Советского Союза предприятие утратило бюджетное финансирование и обанкротилось. Судьба станции долгое время находилась под вопросом. Права на предприятие делили между собой Республика Крым и Севастополь. Пока станция была заброшена, примерно половина редких растений была утрачена. Сегодня сохранилось около 2000 сортов фруктовых деревьев.